Дорогие друзья, я представляю впервые клизмерский коллектив Берни Меренбах. Родился в Нью-Йорке в 1946 году. Вырос в еврейском районе города. Он играл на кларнете и саксофоне в инструментальном хасидском ансамбле. Успешно выступал в известных еврейских ансамблях. По образованию он доктор еврейской истории. В 1975 году он репатриировался в Израиль. В 1980 году Берни начал играть в музыкальном ансамбле полиции Израиля, проработав почти там 20 лет. Практически каждый год Берни участвует в клезмерском фестивале в Цфате и во многих других фестивалях в стране и за ее пределами. В своей музыке Берни создал неповторимое сочетание клезмерского американского стиля, в котором вырос, и стиля израильского клезмерского. Кроме 4 альбомов, выпущенных Берни, скоро в свет выйдет его новый альбом под названием «Идешар Клезмер». Следующий участник этого коллектива – Григорий Лев. Родился в Кишиневе, имеет высшее музыкальное образование по классу скрипки. Его музыка звучала по молдавскому радио и телевещанию. В его музыке, в основу которой лег народный фольклор, в обработке автора. В 1979 году Григорий репатриировался в Израиль, и с тех пор он преподает и выступает как один из лучших скрипачей страны в клезмерском стиле. Третий участник – это Арон Гниппель. Родился в Бельцах, в городе с древней музыкальной еврейской культурой. Он играет на аккордеоне и клавишных. У него также высшее музыкальное образование. Преподает и играет, пишет аранжировки для оркестров и ансамблей. Репатриировался в Израиль в 1998 году и с тех пор выступает как один из ведущих аккордеонистов в стране клезмерского направления. И последний участник клезмерского состава, частый гость нашего города, наш друг, композитор, любимец публики с песнями на идыш, сегодня для нас в новом амплуа Самсон Кимельмахер. Встречайте!
Mm-hmm.